В арену ожесточенных столкновений превратились улицы греческой столицы. Беспорядками закончилась всеобщая забастовка против нового проекта пенсионной реформы. По данным полиции, на улице Афин вышли до 50 тысяч демонстрантов. Во время митинга агрессивно настроенные молодые люди стали бросать стражи порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. Затем толпа принялась крушить припаркованные автомобили. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Есть пострадавшие. Как сообщается, ранение получил один из журналистов, освещавших события.